Да, ребят, приобрели вот такую игрушечку. Но по факту это самокат для взрослых. Вот такая штука. Дочка прокатилась. Классно, доча? Да. Видите, на больших колесах. Рама дюралевая, дюралевая вилка. Впереди у нее дисковый тормоз. А сзади получается барабанный тормоз. Видите, здесь барабанный тормоз внутри. Ну и самая уникальная вещь у него, это, конечно, двигатель. Обратите внимание, он повешен прямо на оси. То есть тут нет никаких ремней, тут нет никаких цепей. Тут прям просто внутри в барабане, в этом барабане там есть шестерни. То есть непосредственно приводится движение шестерен. Вот такая вещичка интересная. Это не китайская вещь, это американская. Американское производство самокат. Уже, я так понял, не выпускается. Они вроде как выпускались даже недалеко от нас, в городке Юба-Сити в Калифорнии. Двигатель австралийского производства. Это не китайского производства, австралийский. Рама, уже сборка была здесь. Вот такая вещь интересная. Давай я сейчас прокачусь, ты меня сними тоже. Сейчас поставлю на паузу, ребят. Ребята, он не такой прям это скоростной, думаю, километров 25 он идет. А у него центробежное, видно, сцепление там. То есть вот он, в принципе, ручка газа, видите, даю, сразу он трогается. Два рычага тормоза, один на передний, один на задний. Ну и все, здесь вот регулятор наклонки карбюратора. В принципе, все очень как бы просто. Но, на мой взгляд, гениальная вещь, конечно, вот этот движок сам. Я никогда такого не видел. Ну и сразу бак здесь, видите, на месте. Все компактно. Я такой конструкции никогда не видел. Вы еще прокатите, да? Классно также, ребят, что очень легко катится, то есть реально можно использовать как самокат, очень классно. Именно из-за больших колес. Из-за больших колес очень хорошо катится. Но здесь просто, правда, широковатые скаты поставили. В оригинале они поуже, но у меня есть там, хозяин отдал предыдущий комплект полностью оригинальный. То есть можно поставить потоньше колеса. Естественно, толще колеса имеют большее сопротивление качению. Так что вот как-то так, друзья. Ну да, еще из интересных особенностей. Вот здесь получается вставлена пружина, судя по всему, очень просто. Видите, чуть-чуть подрессорена передняя вилочка. Вот здесь покажу вот это. Это тоже очень классно сделано. Явно, что это уже от какого-то велосипеда, видимо, поставили. А в общем, вот такая вещичка, ребят. Да, такой прикольный замочек. Звоночек, замочек. Ну, рукоятки прям мотоциклетного образца, конечно. Вот такого вида вещичка. Тебе нравится, Руфинка? Вот такая игрушка, самокатик. Ну, по факту, игрушка для всей семьи уже. Что детей уже попрокатал я уже. Дочка уже сама прокатилась.